Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Honor 50 Lite, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить энергосберегающий режим. И для этого мы опускаем вниз шторку. И здесь у нас есть на нашей панели есть энергосбережение. Можем нажать сюда. И здесь нам пишется, что-то пишется. Можем с этим ознакомиться и нажать «Включить». Далее также мы можем, например, перейти в настройки, выбрать батарею. И здесь у нас также есть наш энергосберегающий режим. Мы можем включить его здесь или выключить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.